Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса. С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью. А также корыстные преступления, такие как кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство. Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников. Повзрослев, ты должен знать, что несешь ответственность за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества. За это тебе тоже придется отвечать. Твоя жизнь – твой главный приоритет.